Песня «Жизнь и рассвет» группы «Черный кофе». Очень классная песня в плане гитарной партии, вокальной партии и мелодичности. В будущем планирую записать полноценный кавер этой песни. А пока сыграю вам проигрыш. А сейчас я покажу, как я собираю звук, чтобы сыграть песню «Жизнь и рассвет» группы «Черный кофе» и как это сделать на гитаре W900 через приложение. Заходим в приложение «Tone Capture DTR». Выбираем на 16-й позиции CSH Shevel. Мне кажется, эта гитара больше всего подходит под эту песню. Дальше заходим в раздел с пресетами. Тут я выбрал Tube DR на место педальки. Он находится на первом месте в разделе OD. Дальше у нас усилитель. Усилитель я выбрал Mic 3CL. Он находится в разделе Low Gain на 10 месте. Тут я выбрал настройки. Gain на 75, Bass на 71, Mid на 57, Treble на 71, Presence на 65 и Master на 53. Дальше у нас раздел с кабинетами. Кабинет я выбрал Eagle S412. Он находится в разделе Factor. Дальше у нас, конечно же, Noise Gate. Я обычно его выставляю на 50, а в динамике он находится на первом месте. Дальше мы выбираем реверб. Реверб я выбрал Plate, он находится на 3-м месте. Настройки у меня pre-delay 25 ms, level 35, decay 53, tone 35. В итоге звук у нас получается вот такой.